ноги! На ноги! На ноги надо встать, Рома! Будет ковырять, если руку на ноги вставать! Рома, стой! Не работай, мы отсюда еще поднимаем! Все, спокойно лежи, отдыхай! Спокойно, спокойно, пошли! Сейчас подниму! Отсюда, не работай, иначе поднимаем! Завершился первый раунд. Напоминаем, что каждый поединок состоит из трех раундов по три минуты. Удар. Пониже 50, полети сейчас. Раз, два, не нападай. Еще.
Нормально? Твоя позиция. Работа нормально. Ничего не будет, ничего не будет. Смотри за ним, наблюдай. Башир, смотри, ищи. Не бьет. Рос. Поменяйся сам. Робыч, подвигайся. Рук, Роман. Отвали, Роман. Работай, разбери. Башир, уверенно. Нет. Завершился второй раунд первого поединка по ММА. Итак, начинается финальный третий раунд поединка. Давайте поддержим наших спортсменов! Боец синего угла досрочным нокаутом одерживает победу. Победителем становится боец из города Бийского Тестового края Роман Лисенко.
Кулаков в ринг приглашается. Заместитель губернатора Алтайского края Виталий Владимирович Снезов и председатель Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства.